Слава Ісусу Христу! В цей прекрасний день, день моєго рождения, хочу би сьогодні поблагодарити всім моїм друзям, з ким я в цій житті, я йду з Богом. Особливо хочу поблагодарити мою прекрасну, драгоценну, мою супругу. Хочу поблагодарити Бога за моїх синовей. Хочу поблагодарити Бога за моїх родителей, Царство їм Небесне. Хочу поблагодарити за моєго тестя, которого я вірю, що Бог його прийняв свою луну. Я благодарю Бога за мою драгоценну тещу. Благодарю за церковь його. Благодарю за його милость ко мне, за то, что несколько лет тому назад он пришел в мою жизнь и простил все мои грехи. Благодарю Бога за моего пастора. Благодарю Бога за моего епископа. Благодарю Бога за церковь, которую он мне доверил. И для меня великая честь служить Богу. В этот прекрасный день я благодарю Бога за всех так прекрасных, драгоценных людей, детей Божьих, которые трудный момент моей жизни, которые поддерживают мои руки своими прекрасными, драгоценными молитвами. В этот прекрасный день я хочу поблагодарить Бога за Украину, за Грузию. В этот прекрасный день я хочу поблагодарить Бога за Польшу, где учатся мои сыновья. В этот прекрасный день от всего сердца я хочу поблагодарить католическую церковь за моих братьев и сестер. Спасибо вам большое, драгоценные мои братья и сестры. Спасибо тебе, Бог мой. Спасибо тебе, Иисус и Дух Святой. И я верю в то время, которое Бог мне отпустил, еще жить на этой земле. Я верю, что с Божьей помощью я сумею исполнить Божье предназначение. И сегодня, в этот день, я прошу вас молитесь, чтобы я вместе с вами до конца служил великому Богу. Аминь.